концепция, которая применяется в главном управлении, следующая. Мы прежде всего назначаем на должности заместителей начальников частей, инспекторов, дознавателей надзорной деятельности, начиная с районов области, для того, чтобы офицер, поработав в районе, показав свои возможности, свои стремления, рос по должностям, соответственно, приходя уже в город высококвалифицированным специалистом с опытом. Вот основное движение наше – это усиление районов области молодыми, профессиональными, квалифицированными специалистами. Ну и ряд специалистов, которые с отличием закончили учебное заведение, у нас непосредственно будут сразу подразделение главного управления для того, чтобы уже здесь показать свои навыки, полученные в вузах, подтвердить свою высокую квалификацию. Эти 15 офицеров – это только часть тех офицеров, которые мы принимаем к себе на службу. Это выпускники непосредственно профильных вузов. Пошел по стопам отца. Я сам из Болотинского района, с села Новобибеево. Поэтому я с Болотным знаком, с личным составом тоже частично знаком, потому что проходил практику. В этом году мы уже делали и принимали на службу выпуск заочников с наших профильных вузов, а также принимаем и закончивших вузы по юридическим, строительным, инженерным специальностям. Поэтому потребность гарнизона есть, и эта потребность вот этими сотрудниками не будет закрыта.